стуле 32-летний сотрудник ОМВД «Привокзальный», капитан полиции Алексей Шатаев разослал эротические фотографии 13-летней школьницы и ее друзьям из-за того, что она отказала ему в сексе. В интернет-переписке Шатаев настаивал на том, чтобы подросток присылала ему эротические фотографии. Девочка согласилась, после чего Шатаев стал шантажировать 13-летнюю школьницу, разослать голые фотографии друзьям школьницы, если она не согласится заняться сексом с одним из его знакомых. Подросток не согласилась на секс, и Шатаев выполнил обещанное. На сотрудника МВД заведено уголовное дело. Бывшему капитану грозит срок за развратные действия в отношении несовершеннолетней и за нарушение неприкосновенности частной жизни, статьи 135 и 137 УК РФ. Напомним, что это не первый случай, когда сотрудники полиции оказываются причастны к секс-преступлениям. 30 октября 2018 года 23-летняя сотрудница обвинила в групповом изнасиловании троих высокопоставленных сотрудников МВД. Как установило следствие, все произошло в ночь с 29 на 30 октября в здании управления по вопросам миграции МВД по Уфимскому району.